Так. Так, ребята, мы засовываем. Я случайно не врубил бы запись, но если что, начало можете у Даньки посмотреть. Да. А, самое, ну, самое веселое и у меня тоже будет. Да. Ну, для подписчиков Бриза, у него смотрите вторую часть. Ну и у меня тоже смотрите. Я, если что, потом в соло засниму, если вот кто-то, кроме тебя, захочет увидеть, как я это в соло прохожу. Таких, наверное, не будет. Это очень нудно. Ай. Я, знаешь, вот меня когда засекли, я, типа, из-за того, что не вырубил щитки, ну, как ты это не сделал, вон, ту фигню. А, короче, просто сейф не открывался. Ух ты ж. Сейф просто... Ее для сейфа надо было? Да, если ее не вырубить, то тревога начнется, когда ты сейф начнешь взламывать. Ну вот, ребята, я вам говорю, я все же это не бесполезно. Я сказал бесполезно, оно полезно. Очень даже полезно. Погоди, то есть эта штука делает лазеры вот тут? Или нет? Ну, эта штука это... просто там сирена, как только, типа, щелчок на... Ну, блин, как бы тебе сказать, как только ты... открываешь отмычкой эту дверь, заканчив, что сразу начинает играть сирена. Понял? Кирилл, стой. Прикол. Как нам пивас-то грабить? Там же в любом случае тебя засекут, надо пароль. Ребята, пароль мы будем отгадывать. Всё, мы все вынесли. Все? Да. Что-то мало, ну ладно, пофиг. Все, ребята, это был стелс в этом. А почему минус 5 тысяч? Ладно. У меня, кстати, скоро 8-й левел, Кирилл. У меня 7-й. А сейчас у нас будет пиво. Подожди, сейчас. Класс. У меня аж деньги есть. Я сейчас лог свой наряжу. Так, а мне надо, наверное, копить на... вот а, блин, а у меня на глушак не хватает. Не седьмого. Ребята, ждите следующую серию. Тогда просто... В следующей серии мы украдем Монолизу по стелсу. Монолизу. Там то... Данила, там разве можно? Так ты забыл, пила нужна. А, ну... А, да. На изи сделаем. Сейчас, подожди, я верну юсп обратно. Ну, потому что мне 7-й левел нужен, а у меня... А, стой. У меня... Блин, бесит, когда меняешь оружие, то там меня это, один... убираются. Ой, давай. О, давай сейчас обговорим все. Просто в любом случае засекут нам код, надо как-то найти. Нас не засекут. А, код как мы найдем? Сейчас, тогда... Ребята, все, давайте. Сейчас мы пройдем. А, Данил. Так, все, ребята, мы тут немножко переделали. Ну, стартнули. Мы нашли, всё, как мы, правильно это. Мы идем проходить. Побежали. Так, надо как-то мне словить тайминг, чтобы вырубить электричество. Угу. Пока ты там открываешь. Ой, Данил, быстрей. Ты идиот! Предурь. А. Так, все, давай. Иди убивай этого, а я вот это отключаю, камеры. Тупень, ты что делаешь? Подожди. Дверь закрой! Да что ты агришь, школьник мелкий? Тупень. Давай, Данил, пошли. А, смотрите на его жесткий пофигизм. А! Никакой у него не пофигизм. Да. Ну, он так-то у него пофигизм был. А, Кирилл, так я ж мог с крыши это, ну, с крыши мог все сделать. С какой крыши? Ну, сейчас увидишь меня на крыше. Что там, ты щиток выключил? Угу. Беги к той двери. Сейчас. Ну, вот, где там босс? Я... А, тоже тут? А, погоди, так не надо ее взламывать, гений, я через окно еще выйду. Тут тоже окно есть, через него выйти можно. Да... залез. Все. Кирилл, если что, я уже вот как. Ой-ой. Отключил, да? Давай. Вот я скинул. Давай.
Я ее скину, я скину карточку. А как нам сейчас туда попасть? Пойдем. Да блин, что у меня все из рук? А, нет! Опять через крышу, опять через крышу. Ё-моё. Что у меня все из рук падает? Так, давайте. Ты что, перелезть не могу? Вот сюда, э? Я застрял. Опа. Ты, ё-моё. Всё, я побежал, где расстрел, Кирилл. Я тогда тоже. Я уже открываю. Угу, я бегу. Я уже открыл. Давай. Открывай. Открывай. У меня отмычка. Яша. Это мы... Так. Мы это относим. Этого вяжем. Вяжем. Вяжем всех. Вяжем, гада. Всех надо повязать, потому что они могут убежать резко. Всех вяжем, ребята. Обчистите прям всех. Желательно это проходить с другом, потому что с другом легче намного. Подожди, а где мы ключ-карту всрали? А, вот он. Там. Так, ты щиток отрубил, да? Да. Там у Кирилла на видео, посмотрите, щиток надо отключать вот, вот там. А, блин, нет. В смысле, я что, включил? Может, это что-то не... Может, это не для этого? Ребята, сейчас мы будем искать коды. Отключилась. Одна отключилась. Это 5. А-а-а! Понял. Давай, Кирилл. Отмычка где? Она где-то у тебя была. А я ее сюда кинул. Мужика нету? Отмычки тоже нету. А, вот она. Давай. Так, ребята, вы тут кайфуете? А я пойду за сумкой. А, нет. За сумками сбегаю. Блин, а вот если я сейчас введу, допустим... Вот 6 введу, туда одна откроется, другая закроется. Но тут надо быть прям аккуратными, ребята, поэтому... Один, что тут еще? 4 надо. Ноль, есть такая ноль? Нуля нету, серьезно? Есть один. Открылась? Открылась. Блин, это очень сложно. Тут еще ведь надо отмычкой не задевать это все. Вообще ничем нельзя задевать. И заденешь, и все, тебе хана. О, с белыми крышками, Данил. Да. С белыми самые дорогие. Погоди. Давай быстрее складывай, а то еще закрою тебя случайно. А как нам 3 сделать? И 2. А. Математически. Ну а по-твоему как там? 1, 0, 0 и 5. Все, вытаскивай. Давай, мне кажется, когда мы вот так высыпаем, там стоимость меньше. Типа сейчас 14к всего лишь. Давай сейчас заполню сумки только белыми. Вот прям белые и все, и больше ничего. Так, иди. Вот 14к. 14к и $300. А, вот теперь тут за решеткой. Ну да, я потому что поменял. А ты там не все собрал? Не. А смотри, тут есть, смотри, с белой крышкой и серой обводкой, и есть с белой крышкой и желтой обводкой.
Погодь. 5. Стой. 5 мы грабили? 5 это вот это, да? Вот, мы, это, мы тройку не грабили. Вот, 4 кирилл. Угу. О, там есть, кстати. Давай я вот в мою, у меня потому что белые. Так, а где отмычка? Давай. Отмычивай. Ну все, теперь вы знаете, как код ставить. Там, то есть, ставишь либо 5 и 0, и оно уменьшается на 1. Все, открыл. Ну, и код уменьшает. А как нам на двух уменьшить? Как? Кого? Ну, погодь, черт. Открыл, все. Я загружаю белые. Розы. Ну все, и можно относить. Давай я отношу. И проверим, сколько у нас. А ты что трупы вытаскиваешь? Не знаю. Но нам лишний-то не помешает. Вот, 46 тысяч. 32 тысячи я ну, с белых. Тут, короче, надо белые с желтой. Ну, желтой вот этой фигней, они лучше, потому что. Вот я понял, видите. Ой. Смотри, наказали в дырочку какую-то смотрят. Да, двигай отсюда, я тоже хочу посмотреть. Красный вообще дешман. Погоди, сейчас. Давай вот. Что? Ты дотронулся. Ребята, никакого стелса. Ладно. Мы уже поняли, как делать, но мы уезжаем. Да, бежим. 40 нам не помешают. Ну, вы узнали, как все делать. Я расскажу вкратце. Нужно добежать до тут, до вот этой, там дверь будет. Открыть ее. Там будет, потом будет еще белая дверь, вот эта. Открываешь ее тоже, открываете ее тоже. Щиток, идете на второй этаж, там будет человек. Убиваете человека, телефон, ну, телефон прикладываете. Потом открываете дверь к этому, она будет сзади. И еще надо щиток открутить там. Сейчас, давай повандалим щиток. Убивайте щитоков, а потом этих, ну, потом телефон их прикладываете тоже. Всех вяжете и берете, там будет где-то, вон там. Сейчас подожди. Данил, тут еще такое дорогущее есть. Вам ее надо. Данил, ты слышишь? Да. На второй этаж. А, не кажись, вообще ничего не стоит. Не кажись, вообще ничего не стоит. Тогда уезжаем. Сейчас, дай последнее с черным. Я повандалил все. Там будет ключ-карта. Вы ее берете и заходите в... Да, там они немощные, сейф. Давай. Сейфом. Ну, сейф открываете и все. Ну, там о, Данил. Коды водить. Я показал, как коды водить. Мне ачивку дали закончить 10 миссий. На этом видео мы заканчиваем. Всем пока.